сегодня мы проводим соревнования по сдаче норм ГТО. То есть выставлено 12 команд. 12 команд, задействованы практически все предприятия Омской железной дороги. Это и локомотивное депо, это и вагонное депо, движенцы. То есть все профессии сегодня здесь участвуют. Вот такое мероприятие, оно проводится по, скажем так, для того, чтобы вовлечь новых работников, которые, скажем, об этом не слышали, об этом не знали, вновь пришли к нам на работу. Это работники, которые уже занимались, они уже приходят и показывают свои результаты. Прежде всего, это как бы для них самих, ну и объединяет, конечно, в общем и целом коллектив. На самом деле это очень здорово, правда. В прошлом году тоже принимали участие, конечно, пожелали себе, что мы за год наберемся сил и сделаем все в этом году гораздо лучше. Не все удалось, правда, но это очень здорово, что такие мероприятия, правда, проводятся, и что и сами себя вот за здоровый образ жизни, и детей своих тоже приучаем, вот, собственно, дети бегают. В общем, это, правда, очень здорово. Конечно, мы готовились, соскучились давно по соревнованиям в связи с пандемией, но каждый сам в индивидуальности, зная свои результаты, пытался их улучшить. И вот мы подошли к сегодняшним соревнованиям в приличной форме. И мы также, вот наш первый состав, первая команда, это участники не первых соревнований, можно сказать, самые прожженные спортсмены нашего предприятия. И поэтому мы уже как бы по своим подсчетам, по своим результатам были уверены, что мы будем в призах. Официальных значков нет, но судя по нашим результатам, по таблицам, то есть мы все претенденты на золотые значки. Но опять же мы зарегистрировались онлайн ГТО, и теперь наши присвоенные идентификационные номера, мы загрузим их, свои результаты, и в дальнейшем уже на городских соревнованиях будем стараться получить наши долгожданные значки.